Вот, и выбрали картошку. Вчера буквально. Надо будет фрезануть и посеять горчицу. Вчера косили, сегодня уже подсохло. Урожай 2022 года. Ящики для семян. Такая у нас картошка. Дуй. Самое главное он судьба. Колорадо, да? Кочует. Кочующий Колорадо. Борозняк местами пожрал картошку. Вот такой у нас урожай. Сейчас переберем и уложим в погреб на зиму. Сейчас мы пройдемся по покопанному, проверим, там остатки картошки еще есть. Подцепим копалку усиленную. Ее надо выстричь? Пока нет, сейчас мы поставим копалочку сюда и поедем на огород. Пройдемся немного. Так, подцепили копалочку усиленную. Будем пробовать. Так, там солярка есть? Все, ну, давай проверим. Солярочку. На вон мотоблок этот такой вот экономичный. Тут уже надо давать. А там уже нет. У нас есть еще? Там. Так, посмотрел, там 1/4 в баке солярки. Надо еще немного выровнять то, что получается на железных колесах, в грунтозацепах. Мотоблок выше. Поэтому жало само опущено вниз сильно. Чуть-чуть подтянем ее. Чтобы не сильно глубоко. Вот так. Пускай пока так будет, а там видно будет. Так, поехали тогда. Заводим эту. Ворачивай.
Ну, ведро насобирали. Марта, ищи картошку. Ищи картошку. Давай, ищи. Ищи картошку. Ищи. Ищи. Копалка. Усиленная картофелекопалка. Перчики покушаем. Там еще подкопать, еще можно немного, остаток выкопать. Сейчас помоем и все. Команда У. Прибыли на мойку. Так, Денис будет мыть. Там нечего мыть чуть-чуть. Мотоблок полный фарш. Пониженные передачи, стартер. Сейчас помоем и все на эту. Может, еще фрезанем и посеем горчицу на грядочке. А перед морозами, может, тоже горчицу, когда подрастет, фрезанем. И на этом вся работа закончится в этом году. Вот и все. Все помыли. Ставьте сварки.